Казалось бы, всему вышел срок. Столько лет менялась в море вода. А как выйдешь, как шагнешь за порог, и от маков не уйти. Маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Приходился двоюродным братом, а их отцы были родными братьями Георгий Трофимович и Иван Трофимович Юнинские. Вот отсюда и мое родство с ним. Ну какой он веселый, энергичный, строгий, и в то же время глаза всегда у него светились, вот просто излучали добро, хотя они были настолько пронзительно черные, видимо, в породу мамы он, потому что деды-то у нас не были такими ярко выраженными. Ну, веселый был, заботливый, детей любил он до беспамятства, своих детей у них не было, всю молодость провели они в походах, в лагерях, и супруга за ним так всю жизнь. Он дожил вот до 77, а она умерла, не дожив 3 месяца, до 90 лет в Москве. Вот. В тот момент, когда он умер, я вот, это было перед октябрьскими праздниками, я была приглашена туда, но мне не удалось побывать у них в связи вот с тем, что он ушел 17 октября. Понимаете? А так у нас все родственники были там. Кроме меня еще фамилию Федюнинский носит мой родной брат Юрий. У него сын Иван, он тоже Федюнинский, был назван в честь Ивана Ивановича, дано ему имя. Но он бывал в наших краях, он приезжал сюда, в Тюмень. Здесь у него жили на республике две двоюродных сестры, то есть родные сестры моего папы. И нас, естественно, на этот момент сюда всех возили. Мы виделись здесь, и в Талице он был дважды. Это низкий поклон тем людям, кто столько силы, энергии вложил в это, и здоровья своего. Да, он очень похож, только единственное. Ну, видимо, это так задумано скульпторами, фигура несколько удлиненная. Он был небольшой, коренастый, с небольшой ножкой, такой компактный был дяденька. Вот так.